Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Darkness в последней серии. Дядя Поли уничтожил приют, в котором рос Джеки, его девушка Дженни, и наиболее старые члены семьи, которых он задрал настолько же сильно, как и, в принципе, нас. Допустим, Джимми Лоуза, очень уважаемый старый член семьи, помогли нам, подсказали, как можно его, собственно, уронить. В данном случае нам нужно избавиться от его денег. Для этого нам нужно сорвить операцию дяди Поли на скотобойне. Путь Гриндера и уничтожить его тайник с деньгами. Это будет ему урок. Так, хорошо, это нам, по-моему, назад надо куда-то. Скотобойня, путь Гриндера. Ладно, где это искать теперь? Так, подожди. По-моему, нам нужно... Давайте сюда попробуем сходить. Я, честно говоря, вообще не представляю, где это... А, тут закрыто. Понятно. Полиция нас не пускает. Нам, по-моему, назад надо возвращаться. Она, по-моему, рядом с церковью находится. Да-да-да. Так. Ты только в одну сторону крутишься. Ладно. Ну что ж, придется гопаком прыгать. Так, скотобойня. Ну, блин, я, честно говоря, не помню, где она находится. Ну, разберемся, что, как обычно. Так, там никаких новых номеров не появилось. Нет, в принципе, пока что только эти всякие смешные. Гриндерс Лейн. Так, подожди. Это не то ли, что нам нужно? Да-да-да, нам сюда и нужно. Хорошо. Работа фотографа. Какие-то странные хуалга. Ладно, не буду читать. Круто. Тихо, тихо. Ладно. Так, мы вроде все нормально, все правильно идем. Террор, суспенсо, муэрте. Хорошо. Гриндерс Лейн. This is the center of Paulie's operation. Place always makes me want to kick a fucking dog. Or something. Так, ладно. Джеки что-то зол у нас. Зол. Ну, я бы тоже был зол на его месте, честно говоря. Так, ты кто такой стоишь? Ты не начнешь меня сразу стрелять? Вроде бы нет. Очки, конечно. I mean, there is something that just ain't right about this place. I mean, you see all the meat shipments coming in, but like nothing ever fucking comes out. I'm not making this up, man. They're probably shipping in something illegal, like a rhino meat or something, huh? Okay, check this out. There's a control box on the other side of the gate. It's on the wall, but you gotta look real close, because it's hidden. In the shadows. Какой-то ты, братюнь, не очень нормальный, похоже. Так, ну что? Нам, похоже, вот тут за угол. Там, возможно, сразу что-то нехорошее начнется. Mm-hmm.
that's some backup. Because when me and Johnny Bananas got there, the place was swimming in dead bodies. Так, как мне сюда попасть? Что-то он там говорил про... Он пока не меня не видит. Возможно, сюда. Нет, явно нет. Так, очередная запарка, похоже. Ага, вон она. Ох, блин, да я все забыл, как тут быстро выносят. Так, будем аккуратней. Ладно. Уже понятно, что делать. Так, тебе в этот раз... Так, кстати говоря, тут ничего? Нет, похоже. В принципе, я думаю, можно начинать уже крушить фонари. Потому что... Это нам поможет, если что. Довольно неплохо. Возможно, мы их выманим сюда таким макаром. Так, ну. Да, с такого расстояния с пистолета попасть довольно проблематично. Скотина, живой. Давай, вылезай. Отлично. Так, тушим лампы. Да, с прицеливанием у меня проблема, но ничего. Хотя бы есть автонаводка. Так, подбираем патроны. А, этот дробовиком парень у нас. За это мы откусим у него сердце. Алло. Так, я думаю, будет всем спокойнее. Если вдруг что начнется, а вот еще одна лампа. Хорошо. Так, теперь осматриваемся. Теперь в темноте можно быть поспокойнее. Если вдруг что, то у нас есть куда отступить. Какую-то канистру вижу. Так, взяли. Я, честно говоря, не знаю, для чего она нам. Пустить. Да вроде бы нам это не нужно пока. Так, это можно как-то? Так, тут у них какой-то груз, похоже, прибывает. Блин, можно было просто свет выключить. Шо ж я? Хорошо. Отсюда мы не пройдем. Так, отсюда тоже что? Куда идти тогда? Так, ладно, сейчас будем разбираться. Что-то я не понимаю пока, что делать. Где тут деньги? А, вот сюда, наверное. Тихо, не закрывайся. Опять жжется. Блин, у вас тут есть просто выключатель света, а? Неохота мне полностью эти лампочки опять вырубать все. Но, похоже, придется. А я это делаю, чисто...
чисто для того, что вот сейчас я открою дверь, если там целая кавалерия, то мне можно будет отсюда их безбоязненно стрелять, потому что, во-первых, они меня не видят, во-вторых, я гораздо сильнее во тьме. Так. Хорошо. Это, короче, очень хорошее подспорье. Так, там я слышу кого-то за дверью. Тихо. Блин. Эти вы крепкие. Эта дверь меня раздражает. Все нравится сама закрыться. Опять легкие проседания FPS. И так неудобно целиться еще, блин. Еще, блин, вы. Так, я думаю, сейчас мы выключим свет и позовем своего Варфоломеюшку с пулеметом. Так, давай как-нибудь убей его. Зря я тебя шрик призвал. Хорошо. Хорошо. Блин, не успевает ничего сделать, бесполезно как это. Ладно. Так, еще живой что ли? Да, особо не спешим. Нам главное выжить. Убивать здесь на счет раз. Вообще весь свет выключу. Если что, это будет намного проще. Именно без света. Так, открывайся. Закрывается сама, причем довольно быстро. Открывать приходится постоянно самому. Мне лично. Такая вот гадина. Так, хорошо. Не так-то уж и много тут народу, надо отметить. Но и немало. Так, откуда? Там, по-моему, за дверью кто-то. Сейчас узнаем. И кушать-то. Ну, в общем, понятно, куда идти. Я не совсем понимаю пока, как и кушать. Видимо, только когда они меня не видят, можно их как бы убивать. Но пока что нет. Куда вообще совсем что ли? Все, нет. Вообще можно было вызвать тут напарника, но я предпочел действовать так. Так, хорошо. Теперь берсеркер, интересно, умеет дверь открывать, нет? Откроешь мне с той стороны? Да, молодец. А вот его деньги, их можно сжечь. Так, но сначала мы подкрепимся. У нас уже 53 сердца. Так, а третий? Ладно, все. Жжем. Задача обновлена. Подожди, не жжется. Вам нужно зачистить территорию от врагов, прежде чем вы сможете поджечь. А, ну. Ну ладно. Новый уровень тьмы. Отлично.
тут парень. А второй куда девался? Их тут вроде двое было? Не? Ну ладно, так, что-то у нас маловато патронов на этом. Давайте с пистолетами опять побегаем. Хорошо. Кого-то там пошел ломать. У меня такое ощущение, что Джеки с собой таскает под плащом просто вообще все пистолеты, которые нашел. Они у него рядами там увешаны, он такой берет такой, второй достает. Че, жарит тебя свет? Давай выключим. Так, это уже улица, похоже. Ладно, не видно, что тут вызывает свет. Так, а отсюда я не смогу ли случаем... Ну-ка. Что это? Зачем это? Ха, супер. В принципе, я так уже весь свет выключил, но ладно, все равно прекрасно. В наушниках сидит, да? Мне хрен мультики смотреть. Давайте посмотрим. Блин, отлично. Ладно, пока сейчас буду смотреть, меня тоже кто-нибудь пристрелит, так что лучше прекращать, по-моему. Так, Варфоломей, уйди с дороги. Давайте пока с дробовиком походим, его не так жалко, он дерьмовый. Так, что у нас здесь? А, по идее, нам, наверное, сейчас нужно возвращаться обратно и жечь. Ладно. И жечь те деньги. Я, кстати, понимаю уже, где мы находимся. Вот, собственно, через те ворота мы прошли изначально. И сюда мы пройти не могли. Так. Маленький женский туалетик. Ух, красавчика. Хорошо. Ладно, теперь, похоже, идем и поджигаем деньги. Потому что живых, по-моему, тут больше уже никого не осталось. А дробовики, конечно, разочаровывают. То есть с 5 метров не то, что не попадает, а наносит гораздо меньше урон, чем, скажем, пистолет. Это, по-моему, странно. Почему именно таким образом? Вообще во всех играх, главное, абсолютно во всех, ухудшает дробовик. Ну, то есть понятно, что это делает для баланса, но меру-то тоже надо знать. Они просто убили во мне любовь к дробовикам. Так, все, поджигаем, похоже. Я думаю, дядя Поли этому очень сильно обрадуется. Все, уходим, похоже. Да, похоже, все.
Так, Полю серьезно досталось после того, как сорвали операцию «Путь Гриндера». Посмотрите, если Дженни и Джимми понятно, нам обратно нужно возвращаться. Да. Это было прикольно. И все, что ли? Успокойся. Я думал, ты бандит. Не забыл, что тут стоишь. Так. Нам, по-моему, никуда ехать. А, нам мы... Да-да-да, мы ехали на поезде. I love this subway station. Uncle Paulie brought me down here on vacation one time. Count the trains. Best 2 days me and him ever spent together. То есть у них и хорошие времена были. Бывает, бывает. Люди меняются со временем. Почему? А, вот, можно, оказывается. А то я перепрыгиваю все время. Так, сейчас нам в какую сторону-то ехать надо? Эй, поезд. А нет, нам не в эту сторону все равно ехать, по-моему. Или подожди. Что-то я плохо помню. А, да, нам просто нужно сюда идти. Да-да-да. Похоже на этого, на Raven Rabbit. Raymond Rabbit. Ray. Ой, что-то я сговариваюсь. Raymond Raven Rabbit. Прикольная игра была на Wii. На компьютере тоже вышла, но какой-то урезанный порт. А, там, допустим, из 100 игр, наверное, было бы, ну, штук 15, по-моему. Блин, я уже по привычке перепрыгиваю через эти штуки, через турникеты. Так, ну-ка. А где Джинни? You gotta get to the orphanage. They took Jenny to the orphanage. You gotta get there. Go on, move, quick, move. Так, Дженни у них. Это плохо. When you kill for a living, life's only precious if you're staring down the barrel of a gun, or somebody you care about is. Polly can have my possessions, my life, anything I own, anything except you. Anything. Тот нарвался. Приступаем к убийству этого засранца. Ну смотрите, ну что это за дробовика? У него калашников там что ли? На любую жопу найдем резьбу. Так, покушаем. Я помню, тут со временем открывается штука, то есть жмешь R1, и он щупальцем просто выбивает... Так, вернись обратно. Все источники света поблизости. Ну, конечно, довольно близко к ним нужно подойти, но пока что, видимо, этого нет. Ну-ка, давайте посмотрим, возможно, мне самому это нужно как-то открывать. Видимо, потом откроется. Так, вот наш приют погоревший. Вы уже успели потушить и разъехаться. Пока мы там на этом... В Мясницкой этой... Устраивали дела. Ну, там, похоже, взрыв был. Вынесло часть крыши. Да. Remembering something, Jackie. Кто-то натоптал чья-то кровь.
Надо сказать, не так сильно пострадал этот приют, как казалось бы мог. Ну да ладно. Так, нам сюда ли? Нам, по-моему, в ту сторону, туда следы ведут. Значит, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас класс. И там какая-то... Еще один телефонный номер тут нашли. Хорошо. Не зря сюда зашли. Часть воспоминаний. Так. Аккуратно. Вроде спокойно. Маленький отпечаток тела, обведенный по контуру. Да, тут-то все и произошло. Еще один. Была кухня. Да, сажа отпечаталась на ботинках. Они пошли куда-то сюда, похоже. Хотя нет, отсюда некуда идти больше-то. Так что нам нужно назад. Понятно. Куча воспоминаний, связанных с этим местом. А, это он переживал, когда его, собственно, забирали из приюта. Он хотел остаться с Дженни. Заперся. Так. Тут все хорошо, конечно, но куда нам идти? Видимо, сюда. Да, сюда ведут следы. Скрипучие полы. Древний-древний паркет. То есть она тогда почувствовала, как я спустя сколько-то лет за ней слежу вместе с тьмой. Офигеть. Да мурашек аж. Так, нам сюда. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Дается мне, что мы тут что-то найдем. Хотя там вроде ничего не видать особо. Ладно, пошли.
your night to remember. Да, это у них еще с детства. Тут, похоже, ничего особенного. Меня вымораживает твой голос. Как он смог так озвучить эту тьму, а? Это же обалдеть вообще. Boyfriend when he gets here. Jackie, why haven't you fucked him over? Shut your fucking mouth, bitch! He's stealing watch. Твою мать. Okay. Please don't kill me. Damn it! Your flesh is mine. Your will is mine. Well, 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 just in time. I heard you and your girlfriend grew up here, Estacada. What a shithole. Broke my nose. And now the place looks like it was hit by a bomb. Oh, what's the matter? Don't know your ass from your elbow with all that demon shit? You know why we're here? Because you hurt me, Jackie. I took you in for my own. I trusted you. So now all this blood is on your hands! Jackie, what's going on? Get me out of here! Shut the fuck up! No! You see a happy ending here, Jackie? You figure you got something to bargain with me so that I don't blow her fucking brains out her fucking nose? Cause the way I see it, you got nothing! It just gets bigger and bigger, don't it, Jackie boy? We hurt you, you hurt us. Like some fucking game we're playing here. You caused me a lot of trouble, boy. You were my blood, Jackie. I loved you like a son, and you took from me. You stole my respect, and you stole my trust. And when blood tastes from blood, someone always pays. So now, I take from you. Блять. Чё ж ты держал-то меня, тварь? Блин, до последнего не верил. Твою мать. Not your turn.
дела. Самая депрессивная серия, наверное. Well, that was the first time I died. Так, ладно, я думаю, на этом завершим эту серию, так уже подзадержались. В принципе, на этом все. Блин, я, честно говоря, совершенно не помнил вот этих моментов. Это, по-моему, настолько круто сделано, что меня натурально пробрало до мурашек. Все, что связано с этим приютом, и все, что в нем случилось, сделано, срежиссировано очень круто. Проникся, так сказать. В принципе, на этом все. Теперь мы попали в какое-то подобие ада, по-моему. Я, честно говоря, не помню вообще, что тут делать. Но, насколько мне говорили, вот недавно я общался с человеком, который недавно проходил. Он считает, что вот эти вот уровни в аду — это совершенно лишнее в игре и очень плохое, то есть очень плохо сделано. Ну, не знаю, посмотрим в следующей серии, может, это будет и интересно. По-моему, пока что очень прикольно, неожиданно, по крайней мере. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.